Водители просят сделать безопасной дорогу на Айдае. Автовладельцы жалуются на кромешную тьму и отсутствие дорожных указателей. Смотрим видео. Вот мы едем на Айдае. Знак поворота не видно совсем. Мы не видим разметки, куда мне повернуть. Мне нужно налево повернуть на Айдае. И только подъезжая к повороту, я более-менее вижу, уступая вот дорогу. Ни столбиков, ничего, никаких опознавательных. Это ужасно. Это просто какой-то кошмар. Видео размещено в соцсетях, и, судя по комментариям, отсутствие освещения беспокоит многих. Те, кто ездит здесь каждый день, знают, где нужный поворот. А для новичков это движение наугад. Мы обязательно выясним, кто в ответе за содержание этого участка и действительно ли здесь нарушены нормы безопасности. Ну а мне остается напомнить, что присылать видео о проблемах можно к нам в редакцию по указанному номеру через любой мессенджер. Также оставлять сообщения можно на наших страницах, в соцсетях или на сайте вестихакасия.рф в разделе «Прислать новость». Большая просьба за кадром прокомментировать то, что вы снимаете.